Всем привет, дорогие подписчики моего канала. Сегодня в этом видео я хотел бы собрать сет на антимага всего лишь за 1 рубль. Не будем долго тянуть и поехали сразу же к видео. Итак, приступим к разбору шмота. На плечи я решил поставить Color of the Mage Slayer. Он очень красивый и, кстати, самый дорогой предмет из нашего сета. Его стоимость 26 копеек. На пояс я решил поставить Gloves of the Clergy Ascetic. Это довольно-таки красивый предмет, и он подходит нашему сету. Его стоимость составляет 9 копеек. На руки я решил поставить Bracers of the Clergy Ascetic. Этот из того же сета, что у нас были ноги. Очень красивый и также подходящий к нам предмет. И его стоимость составляет 12 копеек. В ячейке броня у нас расположилась Armor of the Witch Hunter. Это очень красивый предмет, и, кстати, он изменяет нашего персонажа больше всех остальных. Также, кроме брони, он добавляет и сапоги нашему персонажу. В общем, очень классный предмет. Для нашего сета он подойдет просто замечательно. Его стоимость составляет 12 копеек. На его прическу мы посадим Hair of the Witch Hunter. Эта прическа мне нравится гораздо больше, чем у его обычная. Да и выглядит она очень классно. Также она из сета, что у нас на груди. Так что он однозначно подходит к нам в сет. Его стоимость составляет 13 копеек. В руки нашему антимагу мы даем Reprieve of the Clergy Ascetic. Это довольно-таки две красивые глефы, которые подходят к нашему сету. Ну а еще они были дешевыми на торговой площадке, и я их взял на последний день. Итого, у нас остаток 4 копейки. Сейчас мы с вами поговорим еще об альтернативных вариантах для наших ног и плечей. Вот, кстати, один из них. Эти штаны состоят вместе с нагрудником и прической. Из-за этого они подходят друг другу. Также они подходят и к нашему бич-заку. А вот еще один вариант штанов. Leggings of the Awakened. Очень даже красивые штаны и также сильно подходят к нашему сету. Перейдем с вами к наплечникам. Этот наплечник всего на 1 копейку дороже, чем прошлый, но выглядит он гораздо красивее, и как по мне, он сильно подходит к этому сету. Дальше в наплечниках у нас идет свиток на спину. Мне этот свиток очень понравился, хоть он и не подходит к этому сету. Дальше у нас с вами идут вот такие вот наплечники, а именно один наплечник. Он, кстати, самый дешевый на торговой площадке. Честно сказать, он мне не сильно нравится. Он менее красивый, чем наплечник из простого сета. Ну, он, конечно, дешевый. Ну а вы можете выбирать предмет к этому сету сами. Я просто навел вас на правильный путь. Если вам понравился этот сет, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Тот. Всем удачи, всем пока.